Мое мнение по поводу Украины, чисто смотреть, если со стороны, я бы сказал, это на самом деле полный бардак. И как много уже было слышно, особенно вот эти выражения по поводу бандеровцев, непонятно, когда просто живых людей, горящих, выползающих из дома, добивали палками. Я считаю, это, ну, очень зверский, и вот это все деление власти, непонятно, переходящее от одного к другим, и вообще, как сказать, даже не учитываются желания народа.